Презентация купол-шатра в этнопарке «Дружба народов» проходит в торжественной обстановке. В новом комфортном помещении, рассчитанном на 100 гостей, будут проводить мастер-классы, встречи и праздники. Интерактивная площадка оснащена декоративным освещением, аудиосистемой, новой мебелью, а через панорамное окно открывается вид на подворье этнопарка «Дружба народов» с 20 национальными подворьями. Эта площадка, площадка этнопарка «Дружба народов», является ярким инфраструктурным объектом, позиционирующим, насколько многонациональна и дружна наша Самарская земля. Большое количество конфессий, проживающих здесь на территории нашего региона, в дружбе, согласии, в этнической общности – демонстрирует парк «Дружба народов». Новый объект построили за счет гранта профильного министерства, который направлен на развитие туристической инфраструктуры. На конкурс заявилось 50 участников. В числе лучших оказался проект «Тепло героям». Благодаря ему этнопарк проведет 10 бесплатных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Проект «Тепло героям» очень важен для наших ребят, которые уже проявили героизм, мужество и отвагу при выполнении боевой задачи в условиях специальной военной операции. Сейчас они вернулись домой, которым тоже важно участие вот в таких общественных мероприятиях, которые проводятся на территории Самарской области. Этот проект является элементом патриотического воспитания. Это укрепление дружбы и единства наших народов. Во время торжественного открытия купола шатра руководство этнопарка «Дружба народов» и фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве и рассказали о ближайших проектах для ветеранов СВО, которые пройдут до конца года в этнопарке, начиная от разнообразных мастер-классов до спортивных и развлекательных мероприятий. В том числе здесь организуют новогодние утренники. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.